А вы когда-нибудь жили внутри в кувшинах? Пойдемте покажу. Внимание! Гостиничный этнокомплекс Квебреби – самый необычный отель в Грузии. Гости размещаются в больших отдельных номерах, выполненных в форме квебри – традиционных грузинских кувшинов для производства вина. Каждый домик кувшин – это комфортный номер с двухместной кроватью, ванной, мини-гардеробной и верандой. Здесь есть все необходимое для отличного отдыха, включая мягкие полотенца, халаты и другие уютные мелочи для ванны, а также холодильник с мини-баром и небольшую кофемашину. В стоимость номера включен прекрасный завтрак. Кроме домиков-кувшинов, в комплекс входит здание гостиницы на 17 номеров с конференц-залом, рестораном авторской кухни, баром и бассейном с подогреваемой водой. Бонус – шикарный вид на Алазанскую долину. Мы отдыхали с детьми, нам все очень понравилось. Это было необычно и ново, при этом уютно и комфортно. Отдельно хочу сказать спасибо внимательному персоналу отеля. Здесь предугадывали наши желания и окутывали заботой. Делали все, чтобы мы, гости, прекрасно отдохнули.